Новый детский сад открылся в жилом комплексе «Минск-Мир». Гостями мероприятия стали председатель Мингорисполкома и глава администрации Октябрьского района, а также представители застройщика и строительной организации. Ребенок должен как можно с самого раннего возраста уже находиться в социуме, и должны создаваться условия для его подготовки к системе образования, для того, чтобы он уже знал, понимал, готовился. И сегодня мы видим, что такие условия созданы, построен хороший объект, он оборудован самым новейшим оборудованием, который позволяет заниматься и спортивной подготовкой, заниматься самыми различными направлениями. Но я думаю, что он действительно станет украшением района, но не будем останавливаться на достигнутом. Конечно же, мы будем двигаться вперед для того, чтобы создавать такие условия во всех микрорайонах города Минска, которые позволят действительно готовить молодых людей к тому, чтобы они становились достойными гражданами нашей страны. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 265 воспитанников. Это 3 ясельных и 11 дошкольных групп. В садике действует музыкальный зал, физкультурно-оздоровительное помещение, кабинеты психолога, дефектолога, медблок, а также создана безбарьерная среда. В данный момент у нас уже работает 6 групп, и в течение месяца мы планируем открыть остальные 8, всего 14. Очень много наших будущих сотрудников – это родители наших воспитанников. Так как у нас район новый, люди приезжают сюда, приходят, интересуются, узнают. Все педагоги с педагогическим образованием имеют категории и стаж работы. Вам нравится новый детский садик? Да. А что больше всего нравится? Все. А мне шарики. А у меня беговая доска. Полина Макеева, Тимур Батиров, агентство «Минск Новости».